четверг в Ярославле после ремонта открылось отделение по детской профилактике, в народе более известное как профилакторий на улице Труфанова. Увеличенное профилактическое отделение, относящееся к третьей детской больнице, стало плодом реализации региональных программ в системе здравоохранения. Профилактика определенно лучше лечения, а еще лучше, если работа по предотвращению заболеваний будет начинаться с самого раннего возраста и в достойных условиях. Открытие только что отремонтированного профилактического отделения третьей детской поликлиники проходило в форме импровизированной экскурсии. После капитального ремонта площадь бывшего профилактория удалось увеличить вдвое. Мы перегруппировали наши некоторые лечебные учреждения. Здесь раньше располагался физкультурный диспансер, городской. Есть областной. Объединили два. Получился одно лечебное учреждение. Мы сократили управленческие штаты, но все врачи остались на работе и все продолжают свою работу. Освободившиеся площади мы передали поликлинике. И поликлиника, те возможности, которые были здесь, она их полностью интегрировала и она их использует. Капитальный ремонт этого отделения начался весной прошлого года. Он не потребовал от областного бюджета глобальных затрат. На работы и новое оборудование для отделения восстановительного лечения было израсходовано 6 миллионов рублей. Они были выделены через региональную программу. Наконец-то переехали, наконец-то там нет ободранных стен. Конечно, рады. Как можно не радоваться? Посмотрите, кругом светло, тепло, новые окна, из которых не дует. Это отделение третьей детской поликлиники ярославским родителям хорошо известно. Сюда на физиотерапевтические процедуры, ЛФК и массаж привозят детей не только из Брагина. Анне повезло, она живет по соседству. Сейчас привела дочь к массажисту. С 11-месячной Дарьей они были здесь еще до ремонта. Поэтому и разницу почувствовали сразу. Конечно, очень красиво. Ремонт очень красиво сделали. Нам очень нравится. То, что было и то, что сейчас, конечно, две большие разницы. В ближайших планах у департамента здравоохранения большая стройка. На улице Батова появится новая поликлиника. Елена Третьякова, Михаил Орлов.